Я думаю, как ты станешь доном канала, вот я же ввел эту возможность. Я почему говорю на день рождения дона? Ну, как только ты станешь пятым доном, у нас сместится на твой день рождения. Благо, ты не скрываешь, когда у тебя день рождения. Поэтому... Просто музыкалка начнет проводиться в другой день. Ну да, да, то есть... Ну я, видишь, принял решение сделать, что на музыкалку в подарок давать именно дону канала, который здесь и сейчас есть. Не каждому дону, иначе в определенный момент... Ну я подумаю, конечно, но видишь, в чем тонкость... Я вот сейчас вспоминаю, я не знаю, вроде у солдата, когда день рождения. У комрада надо посмотреть, вроде комрад мне говорил. А вот Вернон Роше вроде не говорил. Тут иногда вот такие бывают нюансы. Может быть, я бы... Ну, не знаю, многовато будет музыкалок, согласись, если под каждого дона. Поэтому я принял решение, что... На нынешнего дона канала. Отчасти меня, видишь, на это еще промотивировал сам Ксандра, но он же... Ну, просто мы когда с ним общались, я же тебе говорил, в первую очередь для него приоритетом были музыкалки. И я когда вот музыкалки оставлял, я из этого исходил, что я могу сделать на постоянной основе без Ксандра, на ради музыкалок. То есть они почему так и преобразовались, да? То есть я исходил из своих возможностей. А так как музыкалки я спасал вот из позиции дона, ну, то есть как бы не просто взял, заморозил и все как раньше. Просто я не мог уже так поступить из-за того, что, ну, у Ксандрона вот в приоритете все возможности, все, что он организовал. Он говорит, в первую очередь музыкалки, чтобы жили. Это его позиция была. Все в первую очередь ради музыкалок. Ну... Поэтому я и принял решение, что исходим из того, что я могу ради музыкалок сделать самостоятельно при отсутствии поддержки дона. Там же вообще, по сути, ну, нам повезло. На самом деле, вот когда такая ситуация произошла, нам повезло, во-первых, что Ксандрон так организовал поддержку, что она постепенно прекращалась. А второй момент, нам повезло, что когда-то я принял решение вместе с Ксандроном делать резерв на канале. Потому что, ну, меня это спасло, что у нас есть резерв. Тут же в чем тонкость? Вот представь, что у тебя есть какая-то постоянная, ну, поддержка, и вдруг раз, она и прекратилась. Хорошо, она не в одночасье, да, прекратилась, а постепенно. А второй момент, то, что даже когда она прекратилась, ты не можешь быстро переключить, изменить баланс дохода в семейном бюджете. То есть, как бы, это не моментальный процесс. И вот тут меня спас резерв. То есть, получается, да, ну, как бы, уже Ксандрон мне позволил опираться, что мы там и интернет оплачиваем, и поддержку я могу организовывать. От канала. И тут вот раз, и все прекратилось. Ну и вот благодаря Ксандрону постепенно все затухало. Потому что у него подписка была, видно, на основную карту оформлена.
есть у меня было время подготовиться к произошедшему. Повезло, одним словом. Если бы резерва не было, было бы еще тяжелее, конечно. Еще болезненнее. Мне повезло. И с Доном, и с решениями нашими. Они были очень мудрые. Медленная скорость, я даже не могу быстро прикрыть его. Хорошо прошили. Все, подтянулись. Пока мы тут бились, подтянулись остальные. Так, нагоняю чатик. Да, удача с нами. На самом деле, вот время, я же говорю, время покажет, потому что время всегда показывает верность решений. Вот верность, что у канала есть какой-то резерв, пусть он у нас он был и относительно потрачен, да, потому что я оборудование купил, но он все-таки был в каком-то эквиваленте, потому что, я же говорю, был месяц, когда баранка была полная. Полная баранка, и единственное, там вот в гвардии оставался растение, и то, потому что я попросил.